Сьогодні ми поговоримо про те, що стрес і їжа поняття можуть бути тотожні. Так само інколи люди кажуть, що все ж таки не можна поєднувати ці два поняття. Сьогодні ми з вами розберемося у тому, чи все ж таки можна наш стрес вилікувати їжею, чи все ж таки краще себе поморити трішки голодом, або і той варіант взагалі нам не підходить. І в цьому питанні нам допоможе сьогодні розібратися наша ранкова гостя Лора Філіпова, дієтологиня. Доброго ранку. Доброго ранку. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії, тому що дійсно життя таке зараз сучасне вимагає нашого розуміння, як боротися зі стресом, тому що стрес він кожного дня обов'язково присутній. І от на вашу думку, все ж таки, чи нормально, що одні в стрес заїдають, а інші морять себе голодом? Ну, діло в том, что стресс, судя по нашей реакции, на него бывает разный. И тот стресс, когда люди отказываются от еды, вообще не хотят есть, это чаще всего на такой внезапный, очень сильный стресс, когда в кровь выбрасывается очень много адреналина, и это знак организму «спасайся, беги», максимально сохранение жизни, то есть тут уже не до еды, еда отходит на второй план. Ага. А если же мы говорим про влияние стресса ежедневного, перманентного, например, хроническая усталость, постоянно очень много работы, хронические недосыпы, отсутствие отпуска, восстановления и так далее, то этот хронический стресс уже, он стимулируется другим гормоном, стимулируется как бы другим гормоном, подчиняется. Это гормон кортизол. И вот этот как раз кортизол стимулирует людей заедать стресс. Это когда происходит? Когда нам почему-то печально, почему-то грустно, почему-то хочется чего-то, хочется себя пожалеть. Вот это первый знак того, что мы находимся в состоянии ежедневного перманентного стресса. Ага, а вот смотрите, в своем момент я так понимаю, что взагалі есть люди, которые заедают, а которые не заедают. И это за рахунок того, что одни... Тобто дуже активні, правильно, а одні, тобто намагаються якось спокійно вести свій графік життя, і ту стресову ситуацію не починають заїдати. Правильно? Ну, немножко не так. Опять же, все касаемо тих гормонів, які регулюють внезапний сильний стрес ніхто не може заїдати, потому що він кратковременний і сильний, і організму просто не до этого. Здесь йде річ, якщо стрес постоянний і длительний, і він такий вялотекущий, перетекающий, тоді люди його заїдають, потому що їда це історично так сложилось, самый легкий способ получения удовольствия, то есть таким образом людям где-то нехорошо, через помощью еды им становится лучше. И еще момент вот этой привычки справляться со своими сложностями, обидами, плохими состояниями. Едой, он уходит в детство, когда нас, например, учили, поощряли нас едой. Нам становилось не очень хорошо, печально, болел животик, нам предлагали грудное молоко, что-то там еще. То есть без какого-то определенного графика кормления, к примеру. То есть таким образом в нас воспитывали то, что мы можем успокоить себя с помощью вкусной еды. И это может быть такой уже как бы сложилось исторически, что люди вот так вот свой стресс и во взрослом возрасте заедают. К сожалению, большинство так делают. А вот как сделать так, чтобы все ж таки відійти від цього правила, розумію, що воно закладено ще з початку, але можливо якось поступово, замінюючи якоюсь їжею. От на вашу думку, як зробити так, щоб ми не заїдали стрес? Ну, давайте тогда мы не будем говорить про тот, где много адреналина внезапный, а мы будем говорить про постоянный. Во-первых, нужно это осознать, и вообще один из кирпичиков здорового образа жизни – это минимизация влияния стресса. То есть он по-любому есть, мы не можем от него уйти насовсем, но работать над тем, чтобы его минимизировать, мы можем. Мы можем уделять достаточно время физической активности. Это выбрасывает стресс, а наоборот, эндорфины у нас, гормоны счастья, радости повышаются после физической нагрузки. Гулять на свежем воздухе, стараться высыпаться, стараться нормировать свой график, писать какие-то планы, не находиться постоянно. Вот есть люди, которые живут без плана рабочего, как будто бы они все время занимаются какими-то делами, по факту КПД результативности у них низкий, ну и они постоянно чем-то заняты, и они отдыхают. Здесь нужен тайм-менеджмент определенный. Важно осознать проблему, что у вас есть проблема со стрессом. Если вы осознали, вы уже полпути сделали. Не всегда люди способны сами справиться. Иногда и очень часто нужна сторонняя помощь. Это может быть как помощь близких людей, которые проконтролируют, вовремя ли ты покушал, поел ли ты хорошую еду, а пойдем позанимаемся спортом, пойдем погуляем, как-то отвлечь от этой вот жалости к себе. Мы же очень любим жалеть себя и в этом состоянии находиться и растворяться. И если, как барон Мюнхгаузен, мы не возьмем себя за косу и не вытащим из этого состояния, как бы мы можем там и погрязнуть, и годами люди живут в таком состоянии. И, опять же, помощь специалистов, психологов, различных лайф-коучей, а иногда и психотерапевтов в этой ситуации тоже нужно. Потому что еда и заедание стресса – это уже вторично. Это уже вторично то, что мы получаем на этом фоне. А разобраться нужно с самой причиной и работать именно с ней.
Угу. А ось момент того ми розібрали, що коли заїдають, і як це з цим питанням впоратися. Одразу звертаємося до спеціаліста, приймемо те, що це стресова ситуація, угу. намагаємося якби все ж таки планувати, так? Угу. Я теж неодноразово чула через те, що нічого не плануємо, що в більшому стресі кожного дня знаходимося. Угу. А ось якщо люди не доїдають, наприклад, як з цим боротися? От, ну, людині прямо ось, ну, не лізе той шматок в горло, але зрозуміло, що це стрес, і потрібно якось з нього вийти, щоб нормально почати харчуватися. Здесь теж важно, чтобы было внимание человека со стороны, там, близкого или какого-то специалиста, который поможет график какой-то элементарный составить, и плюс небольшие порции это будут, да, но будет какая-то еда более-менее полезная под контролем этого человека, стимулировать того, кто находится в депрессии, это съедать, того, кто находится в стрессе, это съедать. Таким образом поддерживать его жизненные силы, потому что гормоны стресса, они же разрушают нам белки, они, ну, то есть, как бы выводят нас, очень сильно истощают. Витамины группы В у нас очень сильно уходят, витамин С расходуется на вот это вот, со стресса вымывается магний, то есть мы становимся такими дисбалансированными в принципе. Поэтому, да, здесь помощь специалиста разобраться с причиной, решить, а с другой стороны помощь близкого, который будет хотя бы чуть-чуть кормить. Ну, как бы это ни звучало банально, как ребеночка, чуть-чуть кормить. А ось момент, дивіться, згадуйте, що в мене коли стресова ситуація, я не їм. Тобто я можу поїсти раз за день, забула, чи їла я, чи ні, тобто якось на цьому імпульсі і живеш. Взагалі, я ніколи не зверталася до спеціаліста в таких ситуаціях, воно якось само проходило. Але є випадки, коли цей процес недоїдання, там, якоюсь булочкою там, на день перекусив і все, він може бути затяжним. Все ж таки, якщо не звертаються до спеціаліста, то це мають помітити близькі люди, чи ти маєш сам якось зупинитися? От як працювати, якщо без спеціаліста? Можливо налаштувати себе, знову ж таки, на нормальний лад? Можна, тому що цей стрес, який дуже сильний, який показує... приводит к нас к отказу от еды, он часто кратковременный, потому что на адреналине, потом он уступает место кортизолу, такой мялотекущий стресс у нас получается, когда мы уже начинаем осознавать, что с нами происходит. Что такое сильный стресс? Это какая-то внезапная боль, какая-то потеря, утрата, то есть она моментом в пике, она очень сильная, а дальше постепенно у нас начинает вырабатывать осознание, работать на то, что мы должны привыкнуть, переварить, там, мы можем грустить долго, да, но это уже такой вялотекущий стресс, это уже не на пике адреналина. Но тоже включать здесь осознание, что все равно мы живем, нам нужно есть. На этом стрессе как бы свет клином не сошелся. Обычно это все происходит, почему вот вы говорите, само происходит. Да, в какой-то момент вы даже худеете, наверное, в эти там неделю, к примеру, или там несколько дней переживания этого стресса, но потом жизнь все равно приходит на круги своя, все равно организм требует определенной энергии, требует определенной еды, ну то есть чтобы он все равно защищается, организм тоже имеет же такие системы, которые его защищают, он тоже самосохранением занимается. Он постепенно вас выравнивает и выводит. В другой момент, когда действительно личность попадает под сильное влияние, начинает вот в этом состоянии жить, жалеть себя и так далее. Но это мы уже говорим не про пик стресса. Это мы говорим уже про вот это депрессивное состояние отходника от сильного стресса. И тут уже реально рулит кортизол. И здесь нужно и влияние близких. Специалист не всегда. Вот у нас люди не сильно любят обращаться к специалистам. Они еще не привыкли, что это, в принципе, часть жизни. И это не означает, что ты там сильно чем-то болен или какой-то ты тебя там будут прокаженным обзывать. Нет, это нормально прибегнуть к помощи. Это просто будет быстрее, экологичнее. Чем вы будете мотать, например, 2 месяца нервы близким своим семейным, либо вы там за 2-3 сеанса с психологом или коучем разберете эту ситуацию и выровняете сами себя эмоционально. Потому что, опять же, эмоционально нам могут дать инструменты сторонние люди, но выровнять себя можем только мы сами. А ось на вашу думку, як дієтолога, ось все ж таки, я чула про те, що все ж таки теж бути менш піддатливим до стресу, треба взагалі, щоб твій раціон харчування завжди був стабільним. Тому що це енергія, це поживні правильні речовини, які там не перенавантажують тебе, які не змушують тебе якось десь голодніти. А як потрібно у сучасному зараз темпоритмі, да, побудувати собі графік харчування, що має входити в наш раціон? Щоб ми весь час були такі стресостійкі, хоча б на такому рівні готові. На самом деле, график питания – это действительно тоже очень важный кирпич, как я говорила, минимизация стресса, так и график питания, и потребление воды, и сон, и физическая активность. Это все, что нужно нам для ежедневной, повседневной, нормальной жизни. Это правда является основой. Важно построить себе завтрак, обед и ужин, минимум 3 приема пищи. Минимум. Минимум 3, да. Построить, это как бы, считается здоровым рационом. Построить в зависимости от своего графика, чтобы у вас там был завтрак утром в течение часа-полтора после пробуждения, ужин там за 3-4 часа до сна, на экваторе дня – обед, и при необходимости, если вам слишком голодно, большие такие промежутки времени, могут быть запланированные перекусы. Главное, запланированные. Этот момент, когда у вас есть график питания стабильный, дает организму какую-то уверенность, что хотя бы здесь у нас стабильность.
стабильно. Ага. И не вводит в состояние стресса, когда вдруг пришла еда или вдруг еды не было целый день. То есть хотя бы этот момент у организма закрыт. Если же этот график питания, помимо того, что он такой стройный, запланированный, он еще и полезный, строится на базовых полезных продуктов, а это цельные крупы, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, зелень, изделия из твердых сортов пшеницы, которые содержат клетчатку, потом белки полезные, не сильно жирные, да, то есть не жирная, жирная свинина, а там, если даже свинина, то какая-то постная часть свинины, яйца, творог, кисломолочная продукция, то есть полезные жиры, растительные масла, орехи, то есть огромное многообразие наших продуктов, не каких-то там суперфудов, авокадо, киноа или ягоды годжи, нет, наши местные географические продукты, которые есть у нас в Украине, просто их разнообразие и максимальная натуральность. Если у нас 90% тарелки будет таких продуктов, и там на шоколадку останется 10%, или на булочку останется 10%, то в целом мы можем говорить о том, что у нас здоровый, сбалансированный рацион, в котором и витаминов группы В хватает, укрепляют нервную систему, и магния хватает. Это все легко получить из пищи, но просто пища должна быть разнообразной, и тарелка должна быть наполненной. Ага. То есть не одно и то же мы едим разные крупы, разные виды белка, разные овощи, и сезоны же меняются тоже, и по сезону мы разное едим. По сезону цікаво. Зараз осінній період, і апатія, осіння хандра, осіння самотність, стресові ситуації, не хочеться прокидатися зранку. А які саме продукти допоможуть цієї осені підтримати свою стресостійкість? Всі продукти багаті вітаміном С. Це болгарський перець, капуста, вже зараз якісь цитрусові, по-моєму, пішли, лимони можна додати, да? А потім вітамін Д потрібно не забувати, тому що ісчезло сонце. Сонце – фактор щастя, як не крути. Да? Сонце исчезает, витамин D практически все люди в дефиците, надо пойти сдать анализ, 25-OH он называется, выяснить свой уровень витамина D и попросить своего врача или какого-то специалиста, чтобы вам назначили ваш уровень, ну, сколько вам нужно принимать в добавках, то ли профилактическую дозу, то ли большую, то ли чуть побольше, если вы находитесь в дефиците. Не забывать про продукты, богатые триптофаном, опять же, горький шоколад, орехи, сыр и так далее, то есть это все помогает нам, и физическая активность обязательно, мышечную радость тоже никто не отменял, больше гуляем, занимаемся спортом, спортом любимым, а не из-под палки. І тоже таким образом можна держати себе на плаву. Ви так класно сказали, мені заворадість. Мені дуже сподобалось це поєднання слів. А ось дивіться, момент того, що ви сказали про шоколадку, сказали про щось солоденьке, і одразу запитання. Коли стрес, коли якась депресія, хочеться солоденького тортика, якоїсь шоколадки, але ж це потім впливає негативно на організм. Да. Але наче підвищує емоційний стан. Що тут робити в цьому випадку? Коли хочеться організму чогось солоденького, але ми розуміємо, що потім десь там відкладеться, десь там висипи будуть, ну такого плану. Ну, тут важлива міра. Не переїдати кількість, не заміняти сладким їду. Это первый пункт. И второй пункт – выбирать полезное сладкое. Можно же съесть тортик, в который будет много взбитых сливок и непонятно коржи из белой муки, такой он калорийный-калорийный. А можно съесть качественный черный шоколад, который будет полезен за счет того, что содержит какао-бобы. Это продукты полезные. Опять же, для настроения черный шоколад полезен, а не молочный. В молочном больше сахара. Вот как-то вот так вот нужно к этому относиться. И небольшими порциями есть. И не есть тортик вместо еды. Потому что чаще всего желание съесть тортик, когда нам плохо, это не потому что мы хотим тортик, а это просто у нас со сладкой, калорийной, жирной едой связано вот это состояние, когда хочется себя порадовать. То есть надо четко эти моменты отстреливать. Попробуйте переключать внимание на что-то другое. Здесь же все, здесь сейчас опять все, что я говорю про осознанность. Если человек все-таки задумывается над тем, что он делает, и что ему, что он делает, приносит ему определенные последствия, да, если взаимосвязь прослеживается, то намного качественнее жизнь человека, и последствия намного меньше даже от того кусочка шоколада, потому что он плитку не съест, понимает последствия. И на самом деле, по поводу, вот еще один такой лайфхак классный, по поводу плитки и кусочка шоколада. Да. Американские ученые проводили исследования, как реагирует наш организм, наш мозг реагирует на вкусную еду. И вот первый кусочек, они так брали фокус-группу, облепливали их проводками голову, чтобы импульсы мозга зафиксировать. И вот на первый укус любимой еды, вау, эмоция, второй укус, класс, потом никакой, и опять всплеск эмоций на последний укус. Потому что, типа, первый вкус на второй все еще вкусно, а последний, любимая еда, заканчивается. И вот какой же может быть промежуток между вторым и последним укусом? Тобто це залежить вже від нас. Да, да. Я всегда говорю такую классную фразу, что в желудке нет вкусовых рецепторов. Мы можем прокайфовать и наесться небольшим, осознанно есть с небольшим количеством любимой еды, не нужно съедать половину киевского торта, условно говоря, для того, чтобы получить это удовольствие. Класно, ви зачепили дуже таку круту тему, хоча не думала, що з дієтологом можна буде про це поговорити, що все знову йде від думок, від сприйняття, від налаштування. Да. Тобто якщо порядок тут, розуміємо, що свідомо
все з'їдаємо, і нам цього вдосталь буде, то і не будемо собі шкодити. А ось дивіться, такий момент, взагалі зараз в осінній період, ось цей період, коли там часто людей з'являється депресія, хто до вас частіше звертається, чоловіки чи жінки? Я так не могу даже поразделить по периодам. Мне кажется, сейчас вот чуть ближе к Новому году увеличивается количество клиентов, которые хотят похудеть к Новому году. Ага, это да, это да, да. Но к лету, само собой, но к лету это весной. В начале весны, в марте есть обострение, и потом октябрь-ноябрь есть обострение. Чекайте, цікавий період. Тобто на весні у нас загострення, так, так, відбувається. А ще коли ви сказали? Октябрь-ноябрь, ближе к Новому году. Так, да, то есть ну, люди все равно еще, вот очень много вокруг муссируется тема ЗОЖ, что это на постоянной основе. Основе, что диеты не работают, нужно правильно питаться, постоянно иметь это как образ жизни, все равно люди еще пока мозгом не доходят полноценно, что это взаимосвязанные вещи, что нельзя сейчас устраивать себе праздник желудка, а потом за две недели хотеть влезть в любимое платье, что нужно лучше постепенно внедрять какие-то правила, постепенно выстраивать свой рацион. Еще очень важный маркер здорового рациона и сбалансированного рациона. Когда мы питаемся сбалансированного, у нас сбалансировано, у нас нет тяги очень сильной какой-то еде. Вот если вам сильно хочется сладкого, скорее всего, не хватает сложных углеводов просто в рационе. Вы едите, наверное, мало каш, не едите никакие такие вот штуки, которые вам дают глюкозу более здоровым способом, чем вот из сладости, да? Или когда хочется чего-то острого, копченого, это тоже сигналы, что организму чего-то не хватает. Это уже какие-то перекосы в нутриентах в вашем рационе, и тогда вот организм таким образом сигнализирует про какие-то дефициты свои. А вы сказали про солодки, вы сказали про це, все ж таки, правильно харчування і момент цукру. Це, знаєте, весь час така тема, яка вимагає дуже багато дискусій. Хтось каже, що без цукру ніяк, тому що це глюкоза, особливо піднімає там настрій, щоб були бадьорими, завзятими. Хтось каже, якщо все ж таки правильно їсти ось так крупи, то можна потім зрозуміти, що цукру вже й не хочеться. Тобто, що це залежність, якої можна позбутися. От на вашу думку, цікаво все ж таки. Ну, от хочеться, щоб люди розділяли сахар, добавлений ложкою в їду, і сахар, який вже содержиться в продукті. По механізму дії в организме, это одна и та же глюкоза, которая идеальный путь получения из углеводов этой глюкозы и переработки глюкозы в молекулы АТФ в нашу энергию. Вот это идеальный путь. И сахар, это та же глюкоза, добавленный, да, и из каши гречневой, это та же глюкоза. Только механизм получения немножко разный в плане, не механизм, а длительность процесса. Если сахар, это 100% углевод, он простой, это дисахарид, то молекулу расщепить очень легко. Раз, организм расщепил, и в полном объеме из этого сахара глюкоза пошла в кровь, резко поднимает уровень глюкозы в крови, на нее выбрасывается большое количество инсулина, и вот эти вот скачки сахара в крови, они запускают вот такой вот постоянный, как скажем, в течение дня такой вот, ну, такую штуку, колебания такие. То, когда мы едим, например, гречку, или там какие-то бобовые, или какой-то сложный углевод, пусть будет, не знаю, там, гречка с овощами, зеленым горошком, там, и что-то такое, мы получаем длинную молекулу глюкозы. Ее щепить, длинную молекулу углевода, ее щепить нужно, то это полисахарид, щепить долго. Вот раз расщепили, часть глюкозы пошла в кровь, два, три, и вот это вот выделение глюкозы в кровь, оно во времени растянуто. Соответственно, сахар растет медленно, инсулин выделяется также медленно. Организм успевает справиться с этой глюкозой, мало того, он успевает ее оприходовать, получить из нее энергию, и как бы все окей, потому что лишняя глюкоза, которая организмом в единицу времени не израсходована на энергию, окисляется до жирных кислот и запасается в жировое депо. И вот в этом механизм. Поэтому вот я почему говорю, сахар сам по себе не зло, но просто мы нас должны делать акцент на получение этой же глюкозы из сложных углеводов, из нормальной полноценной пищи. Опять же, фрукты, там много глюкозы, это не ложкой добавленный, например, в чай сахар. Опять же, сахар из напитков, из фреша, из какао, из чая, из кофе с молоком, где положили его еще сверху сахар или сахар и залили сиропом, быстрее всего уйдет к вам вот сюда вот в жирок, вот из напитков быстрее всего запасается. Поэтому фреши не вариант напитка после тренировки. Это нездоровая штука. Вот, потому что там нет клетчатки, которая не связывает этот сахар. Сахар очень быстрый тогда. Нам такой сахар нужно ограничивать. Так, мне так подобается, почему от стресса перейшли до важного питання, що и куди відкладається. И знаете, на завершение хотелось бы запитати, от, например, коли у вас стресова ситуация, все ж таки, что робите ви? Звісно, можливо, ваш организм обирає ту чи іншу форму, щоб ви сказали, що все ж таки у вас организм обирає. И як ви з цим боретеся? На власному прикладі, щоб наші глядачі зараз вже розуміли
як можна на цьому етапі, якщо їм це відгукнеться, що з собою робити? Ну, от була у мене почти год назад стресова ситуація, коли був сильний стрес, я тоді не їла. Дійсно, я вспоминала, що я не їла, тоді сильно похудела, і я себе взяла в руки просто насильно, через кілька днів розумію, що ну куди вже менше, треба як-то нормально виходити з цієї ситуації. А бувають моменти, коли таке немножко емоціональне вигорання, якась усталость, коли я от вроді як переработала или сильно емоціонально потратилась где-то, мне вот хочется закрыться в себе, у меня такое есть состояние тоже стресса. Я иду на тренировку. Мне очень помогает вот эту всю мою усталость выплескивать в физические упражнения. Mm-hmm. И мне прям хорошо становится. Могу я, конечно, денечек закрыться как в ракушку и полежать на диванчике и пожалеть саму себя, но я стараюсь осознавать, что это ну как бы не сильно хорошо. Mm-hmm. Это деструктивные моменты. И стараюсь все-таки больше одного дня не практиковать такие вещи. Но я думаю, что иногда укрыться в одеяло и чтобы тебе там поприносили чайок, посмотреть какой-то сериальчик, иногда такое тоже нужно. Знаете, мне дуже подобається, що ми взагалі наші ранкові студії, коли запрошуємо експертів у гості, ми намагаємося показати, що це такі самі люди. Так, вони дають дієві поради, але вони самі їх дотримуються. І сподіваюся, що зараз взагалі наші глядачі все ж таки зроблять для себе висновки і будуть розуміти, як правильно все ж таки боротися зі стресом. І от давайте все ж таки, щоб зараз вже підсумувати нашу розмову, топ-5 порад, чим можна замінити стрес, або, наприклад, якщо вам хочеться солоденького, там, наприклад, з'їсти там морквинку, там, чи ще щось. От від вас, як від дієтолога. Ну, от, наверное, замінити стрес, к сожалению, нічим нельзя, но стараться так, щоб в нашій житті він був мінімізирован, можна. Фізичні упражнення, старайтесь висипатися, старайтесь збалансовано питатися, не відказуйте себе в удовольствиях, общайтесь з близькими, родними, людьми, які вас радують, то есть максимально везде ищите позитивні емоції. І от, наверное, і ще класна штука, ми не затронули сьогодні, но медитації. Wow. Медитация, это прям признано медициной как фактор снижения стресса. И ищите, вот в Ютубе очень много, послушайте что-нибудь, покопайтесь в этом, подберите что-то для себя, хотя бы на ночь послушайте. Ви знаєте, це з медитаціями дуже цікаво, тому що я коли вмикала медитацію, вони мене починали ще більше злити. Не знаю. Значить, вам не те подошли, значить, вам нужно ещё поискать либо не время, либо не та история. Ну, то есть, ну что-то в этом духе, если вы уже искали, уже хорошо. Может, потом найдёте. Дякуємо вам, що ви завжди разом з нами, і я сподіваюся, що увесь матеріал, який ми тут вам доносимо, вам подобається і є обов'язково корисним. Але для того, щоб ми дійсно розуміли, що вас цікавить, ми б попросили вас написати ваші коментарі, залишити ваші вподобайки і, звісно, бути нашими друзями. Тому потрібно просто підписатися, а ми зустрінемося вже завтра.